Партнеры проекта. Студия семейного кино «Перфекто» и творческое пространство «Птица». Всем привет! Это программа «Адыхайп». И сегодня с вами в студии обворожительная, неповторимая Лиза. И Никита. Что ж, хайп переводится как шумиха, поэтому мы сегодня... будем шуметь. А тема сегодняшнего эфира станет «Кто же такой настоящий мужчина?» и «Что дарить нашим близким на 23 февраля?» В преддверии Дня защитника Отечества это очень актуальная тема, поэтому именно на эту тему мы снимаем наш сегодняшний эфир. Кстати говоря, мы работаем в прямом эфире, поэтому у нас, возможно, какие-то ошибки. Пожалуйста, не судите нас строго. О наших ошибках, да и просто общаться с нами, задавать вопросы вы можете в группе ВКонтакте «Куча мала». Там же вы можете посмотреть наш повтор, а также на национальном телевидении «Чуваши». Обязательно смотрите нас на национальном телевидении «Чуваши». Обязательно. Что ж, мы начинаем рассуждать. Итак, кто же такой настоящий мужчина? По твоему мнению. Лиза, ну ты... План твоя взяла. Я думаю, что это тот, кто может постоять за себя, за своих близких. Не распоряжайтесь своими словами, как фантиками, просто выкидывает их. Ну и думаю... Думаешь, о чем говорит? А что ты думаешь по этому поводу? Ну, для меня настоящий мужчина – это высокий, сильный, мужественный и с бородой. А борода зачем настоящему мужчине? Ну, мне просто так нравится. Что тебе? А вот представь. Угу. Твой настоящий мужчина, но без бороды. Он что, теперь не мужчина? Вот что ты придираешься? Мне просто нравится мужчина с бородой. Я считаю, что это настоящий мужчина. Ладно. Все же. Я думаю, что не внешность красит мужчину, а его поступки и действия. Так что запомни это, Лиза, и думай об этом. Ну, на самом деле, да, я с тобой согласна. А как, по твоему мнению, можно стать настоящим мужчиной? Я думаю, нужно совершить какой-то подвиг. Например, спаси котенка или своей любимой девушке спеть серенаду под окном. Это же так романтично и так здорово. Неужели ты думаешь, что спев под окном серенаду, ты станешь в моих глазах мужчиной? Вот представь, я тебе пою серенаду ночью. Такая романтика царит вокруг. И как тут не стать настоящим мужчиной? Ну, для меня ничего. На самом деле, настоящий мужчина – это тот, кто подает руку девушке, выходя из автобуса, платит за нее счет в кафе, ну, либо просто открывает перед ней дверь. Ну, Лиза, ну хватит об этом напоминать. Я исправлюсь, я тебе же сказал. Пожалуйста. Ну, все, тогда договорились. Все, окей. Кстати говоря, некоторые считают, что настоящими мужчинами становятся, когда сходят в армию. Что ты по этому поводу думаешь? Ну, я думаю, что ты... В какой-то степени права, в какой-то нет. В армии тебя готовят ментально, физически, духовно. Но не делают тебя полностью мужчиной. Тебя лишь к этому готовят. То есть ты не хочешь в армию? 50 на 50. Вот представь, я не хочу оскорбить данную структуру. Он пойдет в стройбат. И что он там будет делать? Лучше бы пойти в десантники. Там тебя подготовят сделать мужчину настоящим. То есть ты хочешь стать десантником? Лиза, а ты? Я на самом деле вообще не хочу идти в армию. Почему? Ну, ты чего? Девушка должна хранить домашний очаг. Она должна быть милой и просто оберегать свой дом, свою семью. Представь. Твой парень пошел в армию. Не пойдешь ли ты с ним? Нет. Вот представь, вы вместе прыгаете с парашюта в армию. Ну, это же так здорово. Опять же, романтично. Конечно, это романтично. Но, по моему мнению, все-таки это не женское это дело. Почему? Ну, а как же льготы при поступлении в вузы? Все-таки я буду всего добиваться своим умом, что, кстати говоря, очень важно. Вот, получается, настоящий мужчина – это и герой, да ведь? Угу. Настоящий мужчина – это герой, да. Героями стали наши корреспондент Лида Осипова и оператор Борис Андреев, которые в метель пошли снимать опрос у жителей нашего города. Кто же такой герой? Что ж. Что творят? Смотрим. Кто такой герой? Это человек, но не обязательно. А что он делает? Это, наверное, человек, который кого-то защитил, кому-то помог. Может быть, сам себе помог. А вы герой? Я нет. Я сейчас помогаю бабушке, у которой маленькая пенсия. Всем чем угодно ей помогаю. И деньгами даю, и мясо ей даю. И так помогаю. Ну, я... Ну вот, значит, вы герой.
Какой же я герой? Нет, герой – это который совершает героический поступок. А это что за поступок? Это человеческие будни такие. Мы должны помогать слабым. Я считаю, что герой – это слишком такое высокое понятие, какое-то возвышенное. Ветеран Великой Отечественной войны. Мой дедушка. А кем он? Он воевал. В 1938 году, это тогда получить Героя Советского Союза, это было как на Луну слетать, это Винокуров. 27 часов в танке оборонялся от японцев, танк был подбит. Это почище, чем Т-34 фильм. Человек, который меня вдохновляет. Например, какая-то личность известная. Познер для меня. Познер для вас герой? Да. Гагарин. Он полетел в космос. Это может быть обычный рядовой математик, который сидит, вычисляет какие-то формулы, но делает он это с благим умыслом ради процветания страны или мира в целом. Всю жизнь поработаешь хорошо, нормально и героем станешь. А ты герой? Частично, наверное, да. Я кошек на улице кормлю. Ну, то, что помогли женщине выехать. Да. Да. Герой. Застряла. Мини-герой. Я думаю, мы все в душе маленькие герои. Все когда-то делали добрые поступки. Что ж, это программа «Отдыхай». Мы продолжаем с вами рассуждать. Ну, а у нас сегодня гость. Евгений Владимирович Демидов. Это участник Чеченской войны. И для нас большая честь сегодня встретиться с вами и пообщаться, задавать какие-то вопросы. Здравствуйте. Добрый вечер. Что ж, для нас, у нас к вам первый вопрос. Кто же для вас герой? Ну, для меня герой – это все мужчины, я бы так сказал, которые побывали, я не знаю, в той или иной ситуации, которые выдержали ее смело, с достоинством, с гордостью своей. Ну, в общем, все. И в гражданской? В гражданской, и в военной, да. То есть я не разделяю их. А если не секрет, что вы делали на этой войне? В Чеченской войне. Ну, дело в том, что, как говорится, нас призвала Родина. Да. А как есть, сказали идти служить. В общем, когда мне было 18 лет, пришла повестка. Побрели налысо, переодели и сказали, пойдешь служить? Пойду, куда идешь? Да, и пошел. Что ж, интересно, а у вас были какие-нибудь прозвища на войне, не знаю? Ну, у каждого были, да, прозвища. Какие-нибудь между вами, неофициальные, а между вами? Ну да, вот у нас вот был Шифер один был. Ну, так у него фамилия была, Шерифудинов, он с Казани сам. Ну, Шифер. Вот у меня был Демид. А со мной вот служил Лабу. Вот, а Лабу. Ну, Лабутин у него фамилия. Ну, то есть по фамилии, да, в основном? Да. Какие-то ситуации, может быть, тоже ассоциации? Да нет, в принципе. Как... В общем, как назвали, так назвали. Там же быстро все прицепляется. Да. А какие героические ситуации происходили с вами во время войны, во время службы? Ну, героические ситуации. Они каждый день героические. Ну, самый единственный, который очень сильно запомнился, когда нас, скажем так, в пятиминутку подорвали, мы должны были лететь на Каргалинскую плотину, разминировать. Угу. Но была одна ситуация, то, что там были боевики. Нам нужно было очень быстро это все сделать и уходить обратно. Ну, в общем, без потерь, без ничего. То есть мы с успехом все это сделали, вернулись все живы-здоровы. То есть все кончилось все благополучно? Да. Хорошо. Но... Я понимаю, что война войной, но были какие-то смешные истории у вас? Да, конечно. Ну, судя по тому, как вы смеетесь, очень смешные истории. Самый-самый смешной момент – это у нас были три человека, которые отличились, скажем так, с неблагополучной стороны. И, ну, в общем, они рыли себе яму. Ну, даже не себе, а всем. Построили такой настильчик. Ну, оказалось, что это туалет. И мы все заставы, там человек 100, наверное, разрезали торжественно ленточку. То есть все это под музыку. Ну, в общем, такой смешной момент. Выживали, как могли, можно да. сказать. А когда вы приехали на родину, вы чувствовали себя героем? Да я бы не сказал. То есть, не знаю. Да нет, наверное.
Нет, я не чувствовал себя героем. Я такой же обычный пацан. Пришел, мне было 20 лет, так же, как и все вот мои ребята все. Нет, я думаю, я не чувствовал себя героем, как обычный. А как вы долго вливались в гражданскую жизнь? Да. Ну, дело в том, что нам помогли, когда я вернулся с армии, подембельнулся, приехал домой. А я на тот момент познакомился с ребятами, которые воевали в Афганистане, в Первой Чеченской войне. И, скажем так, они помогли мне, не только мне, там многие ребята у нас были, адаптироваться в этом мире, послевоенном, я бы так сказал. Угу. Ну, в общем... С их помощью, с их подачей, в общем, вернулись к жизни. А сейчас вообще общаетесь со своими сослуживцами? Да, конечно, есть контактные телефоны, ну, когда как находимся. Правда, сейчас раньше письма писали, сейчас же смс-очки есть, и все по телефону, пожалуйста. Да, иногда списываемся, иногда, вот, правда, очень редко, но раз в год, но мы встречаемся. Вы встречаетесь даже? Они вообще из Чебоксар, откуда они? С разных регионов, с разных городов, с разных республик. И, в общем, скажем так, да, каждый год мы, ну, кто может, тот приезжает. Говорят, что армейская дружба – это навсегда. Это правда? Да, действительно, это правда. Потому что никогда в жизни ты не забудешь своего друга, который вместе с тобой сидел в окопе, плечом к плечу, скажем так, спали друг у друга на плече, ели с одной миски. Скажем так, с одного котелка. Никогда не забудешь этого. Почти как семья получается. Да. Да. Что ж, можно назвать вас героем. Но нам известны другие герои. И мы бы хотели узнать, вот вообще, знаете ли вы таких героев, которых считают сейчас нынешняя молодежь вообще? Что ж, у нас есть для вас картинки. И вам нужно будет угадывать, кто это такие. Мы будем вам показывать. Готовы? Давайте. И первая картинка. Кто это такой? Я так думаю, это Человек-паук. Что ж, правильно, давайте дальше. А кто вот это вот? О, это... Похоже на огурец, конечно. Да, это огурец. Это Халк. Халк? Здорово. Так, дальше. И последняя давайте на сегодня картинка. Ну, это Бэтмен. Да, правильно. Сейчас мы зададим пару вопросов по теме 23 февраля. Ну, это, в принципе, тема нашего эфира. Что ж, скажите, пожалуйста, как вы сейчас отмечаете этот праздник? Ну, раньше, скажем так, с размахом отмечали этот праздник. Это было действительно патриотично. Ну, и до сих пор это патриотично для меня, для, я так думаю, для всех мужчин, которые служили в армии, да даже которые те никто не служил, все равно. То, в общем, как и все. Сейчас, на данный момент, уже с семьей, спокойно, тихо, мирно. А как в армии отмечали этот праздник? Вообще, как отмечали праздники в армии? Ну, в армии туго с праздниками. То есть там, может быть, и не получится отметить его так, как могут быть. И в наряд поставить. То есть можешь по столовой, можешь дежурным пороть. В общем, не до праздников. А какие подарки дарили друг другу? Самый главный подарок, я не знаю, это я встречу, когда служака, когда мы встречаемся со служивцами. Для меня это самый главный подарок, то, что все живы, здоровы, все хорошо, да больше ничего и не надо. А какие подарки вы бы хотели получить на 23 февраля, к примеру, там от родных, близких? Знаете, даже не в подарки, то, что вот просто позвонили или даже приехали, это даже лучше будет. Просто приехать, даже просто позвонить, это уже хорошо. То, что помнят, уже знают, это уже замечательно. Кстати говоря, у вас сейчас есть уникальная возможность сделать подарок своим сослуживцам, родным, близким, передать в прямом эфире какой-нибудь привет, не знаю, какие-нибудь пожелания с 23 февраля, пожалуйста. По Триколору наш прямой эфир транслируется по всей России. Поэтому шикарная возможность, давайте. Ребят, все, кто меня узнал, всех поздравляю с 23 февраля, с наступающим праздником. Желаю всем самого крепкого здоровья, наилучшего. Успехов вам во всем. Чтоб у всех было все хорошо, семьи, дети. Не забывайте друг друга. Пишите, звоните, встречайте, давайте встречаться. В общем, всем счастья, добра.
Что ж, шикарное поздравление, по-моему. Так все-таки, 23 февраля – это праздник всех мужчин или только служащих? Ну, я так думаю, что всех мужчин, которые считают себя мужчинами, действительно. Просто у меня есть друзья, которые действительно хотели бы служить, хотели даже в горячей точке вместе поехать. Но так сложилось то, что не берут их в армию по той или иной причине. Кто-то учится, у кого-то немножко со здоровьем чуть-чуть не так было. Ну, в общем, я не считаю, я не распределяю. То есть мужчина, значит мужчина, значит его праздник тоже. А со скольки лет становится настоящим мужчиной? Затрудняюсь ответить. Мужчинами могут становиться и в 5 лет, и в 6 лет. А, скажем так, вот спасти кошечку, там, собачку, там еще что-нибудь, там костер где-то потушил, пожар предотвратил. Он уже герой, пусть ему даже 5 лет будет. Ну что ж, а вы считаете себя мужчиной, получается? Героем? Ну, героем. Обычный, как сказать, не люблю я герои, герои. Все герои, кто побывал, кто был, они все понимают. Да. Для меня они все герои. Достойно уважения. Вот, кстати говоря, мы сегодня говорили о подарках, и поэтому сейчас из нашей рубрики вы узнаете, что же можно подарить своему молодому человеку, папе, дедушке на 23 февраля. Носки и гель для бритья – самые популярные подарки на 23 февраля. Но спешу вас огорчить, не каждый мужчина оценит такие знаки внимания. Поэтому мы собрали свой топ классных подарков на День защитника Отечества. Идея номер один. Оригинальные абонементы на объятия, ужин вами приготовленный или даже уборку квартиры вашего друга. Наушники. Относительно недорогой подарок. Подойдет людям от мала до велика. Ведь каждый любит погрузиться в ритмы любимой музыки и скрасить одиночество. Ваш друг любит залипать в телефоне и мобильник моментально разряжается? Купите ему Powerbank. С ним он не будет беспокоиться об этой проблеме. Вы знаете об увлечении парня сериалом или музыкальной группой? Подарите ему футболку или свитшот с принтом. Он обязательно оценит этот подарок и будет носить ее с удовольствием. Ваш брат, сын или парень давно хотели съездить куда-нибудь? Вот и организуйте поездку за город в Йошкар-Олу или Казань. Сейчас на улице очень красиво и глупо целыми днями сидеть дома. К тому же, пока еще есть возможность играть в снежки или прыгать в океан снега. Абонемент в фитнес-зал или бассейн – очень популярный и практичный подарок, который займет вашего домоседа и приведет его в форму. Что ж, дорогие друзья, на протяжении всего эфира вы писали нам свои сообщения, вопросы, на которые мы сейчас готовы отвечать. Ну, наконец-то. И нам уже поступают первые. Это вопрос для меня. Давай ты зачитаешь. А, Лиза, почему ты думаешь, если мужчина не совершил подвиг, он не мужчина? Ну, наверное, я была слишком категорична, говоря такие слова. Скорее всего, мужчина становится, когда он начинает чувствовать какую-то ответственность на себе, когда он начинает... Взрослеет? Да, когда он взрослеет. Мне кажется, вот так вот. Лиза, я уже представляю, как в честь тебя ставить памятник. Лиза Храмова. Великий философ. Русский философ. Именно так. Следующий вопрос для тебя. В какие роды войск ты бы хотел пойти? По-моему, ты уже говорил. Лиза, а давай-ка спросим тебя, куда ты хотела бы пойти? Меня? Ну, в десант. Скорее всего, в десант. Если бы заставили... Со мной прыгать будешь? Я не хочу в армию, но если бы заставили, то я бы все-таки в десант. Но это же так здорово, я все-таки экстремальный достаточно человек. Накачанная Лиза, вот это да. Кстати говоря, ты что-то говорил про то, что ты учился раньше в кадетской школе. О, кстати, да, я с 5 по 9 класс учился в кадетском корпусе. Нас там готовили прыгать, бегать. В общем, подготовили нас к армии. Сделали нас почти офицеров, можно так сказать. То есть в России с самого детства практически готовят военных, да? Ведь это здорово. Ну да, само собой.
Что ж. Высоко квалифицированных. Следующий вопрос. Во сколько лет можно стать мужчиной? Кстати говоря, интересный вопрос. Ну, смотри. Вот встал ты, ну, на ноги, грубо говоря. Это с 3 лет, я не знаю. И вот соску взял. И ты уже можешь стать героем. Ты можешь свою сестренку из-под машины там спасти, не знаю, от собаки защитить какой-нибудь. Уйма способов стать героем в таком юном возрасте. Кстати говоря, у нас же в Чувашии есть 2 мальчика-героя, которые уже в свои юные годы совершили какой-то подвиг. Ничего. Первый из них — это Иван Андреев, он из Канашского района. Он спас дошкольника из люка с водой. Представляешь себе? Уже. Как хорошо находиться с людьми, ну, в обществе, которые могут тебя спасти в любой момент. То есть ты упал, и ты не можешь встать, и тебе помогут всегда. Всегда помогайте людям, если они упали, если им плохо. Всегда помогайте. Будьте отзывчивыми. Обращайте внимание. Да, это очень важно, мне кажется, для всех просто. И второй — Данил Новиков из Варнарского района. Он спас 2 сверстников из холодной воды. Просто взял и вытащил их. Ну, вообще, молодцы ребята, да, ведь... Герои уже в таком юном возрасте. Это живой пример того, что нужно становиться героями. Нужно помогать, нужно защищать. Я тоже хочу стать героем. Ну что ж, у тебя будет возможность еще, не сомневайся. Так, следующий вопрос. О, это для Никиты. Почему ты ушел из кадетской школы? Ух ты, какой личный вопрос. Ну, я думаю, что это не мое просто. Я люблю находиться в свободе какой-то, делать все, что я хочу, а не вот все по приказам делать. Это не мое вот вообще. Нам поступает еще один вопрос. Если вы дадите списать своему другу контрольную работу, то вы герой, как ты думаешь? В его глазах, да, но в глазах учительницы я так не думаю. А какие элементы настоящего мужчины? Какие вообще должны быть настоящие мужчины? Очки, борода, лысая голова и так далее. Про бороду мы с тобой потом поговорим в конце. Мы уже говорили на эту тему. Пожалуйста. Что ж, ну а вообще, нас спрашивают, считаете ли вы себя героями? Лиз, как ты думаешь, считаешь ли ты себя героем? Ну вообще, я нет, наверное, потому что все-таки героем нужно стать, а я пока что просто человек. Помню, ты уже герой, Лиза. Я тебя считаю настоящим женщиной. Ну спасибо большое. Мы напоминаем... А ты меня? Ну ты пока что еще мальчик, тебе еще... предстоит. Ну, молодец, да. Ты прямой эфир ведешь, ты настоящий герой, ты чего? Спасибо тебе большое, так я долго ждал этих слов, ты просто как камень с души. Вот, вы еще можете писать нам свои вопросы, у нас еще есть немного времени, чтобы с вами пообщаться. Итак, следующий вопрос. Никита, а хочешь ли ты в армию? Мы, кстати говоря, уже отвечали на эти вопросы. Ребята, повнимательнее. 50 и 50, я же сказал. Всем привет! Я Константин, -3. Я Артем, -2. Мы очкарики, но мы не подданники. Сейчас мы это докажем вам. Мы решили объяснить школьникам понятно, весело и просто. И начнем с нашего названия. Как расшифровывается ГДЗ? Глупый дачник заблудился? Нет. Где дедушкин зонтик? Мы тоже не знаем. Вы думаете, что ГДЗ – это готовое домашнее задание? Почти. Мы – герои домашнего задания. А начнем мы с математики. Я хочу поговорить с вами о дробях. Это тема 4 класса. Что такое дробь? Как она пишется? Для чего она нужна? Итак, дробь в математике – это число, состоящее из одной или нескольких равных частей единицы. У меня в руках апельсин. И я хочу с ним поделиться со своим другом Артемом. Но как? Апельсин один, а нас 2. Правильно. Апельсин можно поделить на 2 равные части. Значит, любое целое число можно поделить на части, по-другому доли. Апельсин – это целое число, состоящее из долей. А сейчас мы вспомним детский мультик. Это долька для ежа. Это долька для ежа. Это долька для утят. Это долька для бобра. А для волка кожура. Итак, на сколько долей поделен апельсин в мультике? На 5. Сколько долей досталось ежику? 1. Записываем таким образом. 1/5.
5 – это знаменатель, 1 – это числитель. Знаменатель показывает то, на сколько частей поделена целая часть. Числитель показывает то, сколько частей взяли. Вот так все просто. Уступите место императору. Я Гай Юлий Цезарь. О моей жизни рассказывают на уроках истории в 5 классе. Я родился в 100 году до нашей эры и почти всю жизнь провел в военных походах. Я побеждал в битвах, и до сих пор люди помнят мои слова. Пришел, увидел, победил. Я захватил Рим и объявил себя диктатором, а люди начали меня называть императором. Во время моего правления Рим стал великим государством. Но у меня всегда были противники. Люди, не согласные с моей политикой. Они решили меня убить. В числе убийц был тот, которого я считал своим сыном. Брут, ну давайте не будем он грустным. Я провел реформу календаря, и вы до сих пор пользуетесь им. Месяц июль получил свое название в честь меня. Я придумал многие правила дорожного движения, и чтобы они выполнялись, я создал специальный патруль. То, что я мог одновременно писать, читать и слушать, правда. А вот целый Цезарь не имеет ко мне никакого отношения. В юности я был захвачен в плен пиратами. Они захотели запросить за меня выкуп 20 золотых талантов. Но я заявил, что это оскорбительно и стоит не меньше 50. После того, как выкуп был уплачен, меня отпустили. Я взял корабли своего дяди и настиг похитителей. И они были уничтожены. И напоследок, небольшой секрет. Я носил лавровый венок не только как символ победы, но и из-за того, что рано начал лысеть. Об этом можно рассказать только учителю истории, чтобы по моей теме получить заслуженное «Отлично». Что ж, дорогие друзья, нам пора заканчивать нашу программу. Ну, все рано или поздно заканчивается, к сожалению. Все хорошее заканчивается, а наш эфир, по-моему, удался. Что ж, давай сделаем какие-то выводы по поводу нашего эфира. Мы узнали, кто такой настоящий мужчина. Лиза, пока ты не забыла, кто же такой настоящий мужчина? Для меня настоящий мужчина – это человек, который взрослеет, который взрослый человек, который что-то меняется в его сознании, и он начинает осознавать какие-то вещи, чувствовать ответственность. Я уточню, с бородой или без? Все, я поняла. Больше не буду говорить ничего про бороду. Это просто какое-то очень... Как бальзам на душу, Лиза. Спасибо тебе. Так, давай. Мы пообщались сегодня с прекрасным человеком. Это с Евгением Владимировичем. И узнали про Чеченскую войну. Очень много. Да, большое вам за это спасибо. Кстати говоря, он не просто так сейчас с нами стоит, потому что мы хотим вручить ему рупор. Символ нашей программы. Вы говорите все, что угодно. Сейчас, все, что придет. Только буквально 5 секунд. Вы можете смотреть повторы наших эфиров на сайте Национального телевидения Чувашии, либо в группе ВКонтакте. Куча мала. Ну а теперь говорите все, что угодно. Ваша воля. Прям все, что все, что хотите. Да? Упал, обжался! Понял, все. Вот. Мы так до конца эфира. Вот такие серьезные люди приходят к нам в гости. Большое вам спасибо за это. Но нам пора заканчивать наш эфир. Все, молодцы. До свидания, дорогие друзья. Всем пока. Партнеры проекта – студия семейного кино «Перфекто» и творческое пространство «Птица».